Заместитель губернатора Татьяна Бучкова за два дня пребывания в Ноябрьске посетила три окружных объекта. Это санаторий «Озерный-1», перинатальный и СПИ-центры. Причем последнее учреждение полностью готово к сдаче. И сейчас торжественный день открытия зависит лишь от времени, которое понадобится на оформление документов. Строительство здания полностью завершено. Медицинское оборудование смонтировано, подключено и готово к работе. Палаты и медкабинеты ждут пациентов и специалистов. Важно, что строительство таких объектов, хоть они и находятся в статусе окружных, помогают городу решить одну из самых острых медицинских проблем, а именно нехватку площадей в учреждениях здравоохранения. Об этом сегодня говорила глава городской администрации Жанна Белоцкая. А главный врач центра СПИ Людмила Волова подчеркнула, что пациентами центра будут не только ВИЧ-инфицированные. Уникальное лабораторное оборудование позволит диагностировать здесь, к примеру, онкологию. Это оборудование может быть использовано и при вирусных парентеральных гепатитах. Это оборудование может быть использовано при различных оппортунистических инфекциях, которые могут быть и у не ВИЧ-инфицированных. Поэтому я думаю, что наша лаборатория заработает как хороший диагностический центр в плане диагностики и других инфекционных заболеваний. Мы уже многие годы делаем грипп, в том числе свиной грипп, то есть как бы... Это нам не ново, и мы к этому готовы.